Друзья, всем привет! Сегодня мы получили очередную партию тренировочных манекенов, и поэтому эта рубрика «Unboxing» посвящена для настоящих фанатов мужских стрижек. Итак, поехали! Кстати, для тех, кто захочет приобрести данный манекен, есть хорошая новость. Вы можете пройти по ссылке в описании и ввести промокод Юрий Жданов. Тогда вам дадут хорошую скидку. Отмечу, что такую скидку вы получили бы только в том случае, если закажете достаточно большую партию подобных манекенов. А в данном случае даже с одной единицы вы получите очень такую приличную, приятную скидочку. Поэтому, друзья, не надо благодарить, проходите, покупайте и давайте смотреть обзор. Вот в таком виде у вас поступит ваша посылочка, а именно манекен. Откроем и посмотрим, что у нас идет внутри. Здесь у нас идет небольшое описание. На русском языке у нас здесь, естественно, ничего нету. Те, кому интересно, переведите, что здесь написано. С одной стороны на одном языке, с другой стороны на другом. Дальше у нас идет вот такой пакет. И в пакете, собственно, сам предмет обзора. Это голова мужская Сибель Боби Шатен. Натуральные волосы. 30-35 сантиметров в длину. Ну, как бы... Не всегда они идут прям 100% натуральные, проскакивают здесь какие-то вот такие вот блесточки новогодние. Вот, их мы всегда удаляем. Немножечко расскажем об описании товара с сайта поставщика. Учебный тренировочный манекен для парикмахеров. Данный манекен дает прекрасную возможность отрабатывать навыки мужских стрижек, а также все виды укладки. С этим я абсолютно согласен, это 100% так, мы уже давно их используем и с этим я соглашусь на 100%. Дальше получается, пишут, что манекен головы крепится на штатив. Штатив в комплекты не входит, а приобретаются отдельно. Что за штативы мы приобретаем, мы расскажем чуть-чуть попозже. Далее пишут нам тип волос 100% натуральные. Длина волос 30-35 сантиметров и шатен. Ну, с натуральностью волос, наверное, соглашусь, а вот с длиной немножечко нет. Длина данного манекена составляет 25-30, а не 30-35 сантиметров. Но, тем не менее, для отработки необходимой техники это нам никак не мешает, и работать с ним комфортно и удобно. Немножечко по описанию его, то есть... Он идет достаточно мягкий, то есть он не сказать, что он прям дешевый такой пластик. То есть у него даже в моменте у некоторых манекенов отгибаются даже ушки. То есть видите, да, достаточно мягкий он такой, можно сказать, силиконовый. Он, конечно, не из премиального класса, у него не идут реснички там, либо брови. Но, тем не менее, и форма головы, и рост волос, то есть как насаженный волос, то есть цена-качество очень... соответствует. Внизу здесь в основании идет пластиковое такое основание. Здесь у нас написано, что ручная работа, 100% человеческие волосы. И идет такое основание под штатив. Штатив мы всегда рекомендуем брать подобного типа. Это настольный штатив компании Деваль белого цвета. Он относительно недорогой. Кстати, вы на него точно так же найдете ссылку и промокод в описании, как на манекен, так и на штатив. Работает он следующим образом. Естественно, сам штатив прикручивается к столу. Манекен у нас устанавливается на вот этот рычажок. И если мы хотим подрегулировать, мы берем за основание, поворачиваем немножечко вот здесь вот этот кружок. И, собственно, голова у нас и наклоняется, и вращается, и в любом положение фиксируется. Почему мы рекомендуем данные штативы? Если вдруг случилось так, что он вам высоковат, вы можете его всегда открутить вот это основание. И прикрутить его гораздо ниже. И таким же образом поставить наш манекен головку. Прежде чем выбрать манекен для программы геометрии мужских стрижек, мы оттестировали большое количество манекенов. Я не буду сейчас говорить какие-то фирмы, чтобы кого-то не занижать, кого-то не завышать, но скажу лишь одно, что с помощью данного манекена, то есть мы отрабатываем большое количество стрижек, укладок, плюс именно на степе первом, плюс на нем действительно можно создавать какие-то новые стрижки, новые укладки, отрабатывать это все.
позволяет работать и с вьющейся текстурой, и с прямой. Цена-качество его очень соответствует. И те, кто задавал вопрос, какие же манекены лучше всего использовать для отработки каких-либо мужских стрижек, укладок, данный манекен, ребят, реально оптимально подходящий для, в принципе, всех видов работ. У него очень легко сделать такую элегантную, изящную волну. Очень легко точно так же выпрямить его. Густота такая прям достаточно хорошая. Длина достаточно хорошая для того, чтобы отрабатывать длинные стрижки. На некоторых манекенах в зоне макушечки есть прям, знаете, они прям натыканы вот так, вот так, вот так. И прям вот в центре такая дырочка. Казалось бы, ничего страшного. Но вот именно для отработки, допустим, стрижка-площадка, такие манекены нам не подошли, потому что площадка получается вот такая, то есть зарубленная. Потому что макушка прям вот просто вот так растет. И поднять ее никакими срезами ничем невозможно. Просто так натыканы волосы. То есть даже такие нюансы есть. Поэтому данный манекен, ребят, мы рекомендуем именно для отработки мужских стрижек и укладок. В принципе, на нем точно так же можно отработать и какую-то технику мужского окрашивания. И если ты настоящий фанат мужских работ, ты обязан приобрести данный манекен для того, чтобы отрабатывать и работы на длинных волосах, и работы пальцами, работы щеткой, работы с диффузорами, если вы работаете в мужском зале, правда, с диффузорами. Итак, друзья, с вами был Юрий Жданов, и это рубрика «Анбоксинг». Если вам был полезен данный обзор, ставьте классы, подписывайтесь и пишите комментарии под этим видео. Мы обязательно ответим, возможно, в вебинаре на все ваши вопросы. Пока!